на сайте шиншилки приобрели вот такой вот ошейник фирмы Витамакс. Он действует от летающих насекомых и от клещей. Длиной 25 сантиметров. Здесь сзади есть инструкция, как одевать, отрезать, закреплять, сколько месяцев он ходит. Ну, в общем, подробная инструкция. Обязательно ознакомьтесь перед применением. Там есть очень полезные советы. Вот он упакован в такую картонную коробочку. Внутри мы там нашли даже сюрпризик. Сюрпризик заключается в много всего. Вот такая пипеточка еще есть. Пипеточка тоже этой же фирмы. 1 миллилитр для собак. Вот так видно. Пахнут они уже слышно, аж слышно. К ней отдельная инструкция есть. Инструкция. Вот инструкция. Все, положили все в коробочку. А ошейничек. Ошейничек сейчас распакуем как-нибудь одной рукой. Неудобно, конечно, извините. Будет немножко шуршать. Ой. Что-то не получается. Не получается. Есть. Вот так выглядит. Нельзя. Фокус у нас. Вот так выглядит ошейничек. Тихо. Ну, в общем, широкий. Что-то там зависло, зацепилось. Широкий, с креплением, все с застежкой. Осталось только одеть, но одной рукой неудобно. Ну, в общем, показала. Гибкий, классный. Ну, в общем, будем заказывать еще.